Да. А? Мы самодостаточные люди. Нам есть, есть, нету, нет. Хорошо, когда есть. Когда нету, мы тоже справимся. Мы хорошо. Почему? Потому что этому ребенку нужна семья. И есть семьи, которые нуждаются в этих детях. В чем преимущество еще патроната? Родители, которые будут усыновлять ребенка, они могут в любое время прийти и с ним общаться. Девочка, которая была у нас, она со своими приемными родителями знакомилась. Короче, месяц они каждый день приезжали с ней общались. Значит, не общаемся. У каждого. Ну, пока у нас, честно говоря, не было таких моментов, чтобы были усыновители были не согласны. Ну що ви взагалі от відчуваєте від цього всього процесу, що ви вже... Спочатку небольшу рівність. Чесно скажу, спочатку за малу шишку, так взагалі, мабуть, у мене буде краще. От, знаєте, а потім як-то так, потім смотришь, там у неї там появился какой-нибудь ігровий комплекс, там ще смотришь на неї, хоч думаєш, о, хорошо, все нормально, успокаєшся. А потім от вона приїжджала, не там, то ли 10 днів назад, то ли 2 недели, зараз я вам не скажу точно, приїжджали вони сюди. Она, да, она так, чтобы, знаете, говорит, дети ничего не помнят, или я, может, это себе льщу. Ну, вот я беру на руки, она не плачет, не это, занес ее там, где она раньше была. Она раз, она, вот, я же помню ее реакцию на все эти дела. Потом она, да, так уже прошло сколько там, 3 месяца, она все равно, это, ну, может, потому что нету, не было такого обрыва полностью, чтобы раз, разорвали и все. Она тут была довольно часто, поэтому как бы так вот. Тоже ж перезваниваемся, друг там, то есть зубки полез, у нас 4-й зуб полез, да, там вот звонит, такие. Вот эти вот моменты, они очень как бы внутренне облагораживают, я вам честно скажу. Вот эти все жизненные бытовые моменты, которые вот надо денег заработать, вот там тонны, они как бы, да, они все присутствуют, это все на месте. Вот, но оно облагораживает внутренне. Какие-то вот эти маленькие мысли, которые раньше как бы их не замечал, но они присутствовали негативные. Сейчас они просто уходят. Там у себя... Возьми на руки. Я говорю, Красушка! А то не любишься, да. Поставят и ничего не дадут. Он не любит, когда там... Задержка, да? Не пойму. Ладно, супругу, вот так нет, а как меня так можно? Ну, у вас и с ложки начали кушать. У нас начал с ложки кушать, мясо. Да. А? Дима, уезжай, тебе, уезжай.